Здравствуйте, дорогие зрители, вышивальщицы и вышивальщики. Сегодня я хочу сделать заключительное видео по нашей игре Round Robin Германия, которая проходила в течение 3 месяцев где-то получается. Хотя мы ожидали, что это будет немножко дольше продолжаться. Ну, как-то вот так вот быстро мы со всем этим справились. Как вы видите на экране сейчас результаты отшива моего Робина. Очень красивые такие яркие мишки. И, конечно же, подарки, которые мне пришли от девочек. Каждый сюжетик у меня был положен в отдельный мешочек, в отдельный пакетик. И каждый подарочек тоже был в отдельном, получается, пакетике или файлике, или в упаковке. То есть, девочки, понятно, я уже знаю, что от кого я получила. Ну, давайте сначала посмотрим результаты отшива моего Робина. Вот вы сейчас видите такого мишку. Это первый мишка, который вышла. Первая участница Робина, который пришел мой процесс самой первой. Дальше Инна, вторая участница, которой... Следующий пришел мой процесс, мой Робин. Вот такой красавчик Мишка. Дальше Татьяна Гнибеда. Ее канал называется Танюша Груша. Все вы ее, наверное, знаете. Это Танюша вышла. И последняя участница Робина, Лена, вышла вот такого медвежонка. В принципе, я девочкам давала только 4 сюжета, хотя сюжетов было 5. Пятый сюжет вышиваю я. И это дает мне возможность, вот я его начала вышивать. Вот такой вот медведь с медвежонком. И это даст мне возможность оценить, как бы, насколько сложно было вышивать этот процесс. По поводу организации Робина моего, который я отправляла девочкам, я, конечно, сделала свои определенные выводы. Что бы я поменяла, если бы на тот момент, когда я его организовывала, да, я знала, что такое может случиться. В принципе, я предполагала, что такое может случиться. Значит, ниточки вернулись вот в таком виде, да. То есть где-то остатки есть. А где-то уже вообще ничего не осталось. То есть вот есть цвет, которого не осталось совсем. Это красный цвет. И вот этот цвет, он одной из участниц, и ей понадобилось даже добавить свои ниточки. Вот этой красной, которая закончилась перед ней. Благо, что ее было немного, и что у Елены эта ниточка была в наличии. Вот, то есть, конечно... Я хоть и думала, что ниток, которых я навешала на этот органайзер, хватит. Я даже делала их, в общем-то, с запасом, как мне казалось. Но, ну, вот так вот, да. Понятно, что надо было как-то, наверное, рассчитывать, считать крестики. Но никто этим не занимался, понятно. Я скорее на глаз все это делала. И еще такой момент. Здесь у меня в синих нитках. Вот здесь вот, да. Совсем коротенькая ниточка, которую я повесила, ну так скажем, на всякий случай, может быть, у кого-то останется там 3 крестика, которые надо будет дошить. То есть у меня какие-то остатки оставались, все такие короткие, я их навесила. Я смотрю, девочки все-таки использовали даже немножко эту нитку. То есть ее тут тоже чуть-чуть не хватило. Вот, то есть вот этот момент, он, конечно, был для меня критичным в плане организации Робина своего. Наверное, в следующий раз я бы все-таки положила бобинки. Но я думала, что в течение нашей игры я решусь вышить пятый вот этот сюжет, который я только сейчас начала вышивать. И поэтому бобинки, как бы, да, там оставались нитки на них, я оставила для отшива этого сюжета. А девочкам навесила на органайзер. Ну и поэтому, конечно же, вот этот вот момент, он был такой немножечко
ну, скажем, такой, да, критичный, то, что закончилась ниточка на последней участнице. Ну, благо, что у нее этот цвет был. Ну, если бы не было, я бы, конечно, отправила ей бобинку. Ну, какую цель я преследовала, допустим, чтобы, опять же, да, навесив ниточки на органайзер, то есть, чтобы сам процесс не весил очень много. Потому что, опять же, кроме того, что мне, я думала, что я вышью свой робин, свою часть робина, вот, и поэтому оставила для себя остатки ниток с бобинками, на бобинках. Я еще думала, что бобинки все-таки весят чего-то, и, конечно, это будет лишний вес. В этом плане, ну, как бы, была цель еще сэкономить на весе, потому что, конечно, когда уже вкладываются в конверт, кроме самого робина, еще и подарки, конверт весит все больше и больше, и понятно, что отправка стоит дороже. Да. Так что, в принципе, как бы, в общем, я довольна тем, как я организовала свой робин. Единственное, что, да, наверное, нужно было подумать о том, что лучше пусть ниток будет больше, чем их, не дай бог, не хватит. Может быть, стоило просто посылать не бобинки, а, ну, вот такие вот, да, мотки мулине. То есть вот в таком виде. В принципе, они очень, нитки можно отсюда очень легко вытащить. Так, ну это то, что касается моих выводов личных. А также было замечание от одной вышивальщицы, что ей было очень сложно вышивать бэкстич на процессе, ну, скажем, на одном медвежонке, потому что были плохие ниточки черные. Она 3 раза распускала, или там порола, перешивала. Вот. Ну, как бы, наверное, я не знаю, может быть, у других участниц тоже были такие проблемы, но никто ничего не говорил. Может, постеснялись люди, такое дело. Вот. Ну, в целом, как бы, я вот смотрю на бэк у девочек. Вижу, что, ну, как бы, вроде все в порядке. Никаких таких проблем нет. Ну, то есть, участница сказала, что проблема была в том, что нитки неоднородные, встречались какие-то уплотнения. Дело в том, что эти нитки черные, это ниточки от набора Dimensions. Остатки ниточек от Лабрадора Dimensions. Там была просто целая такая пасма большая оставалась. И я решила, думаю, ну, они уже нарезаны, в принципе, нормально, для бэка пойдет. Вот. Хотя, в принципе, конечно, для крестика, может быть, они были бы не такие приятные, потому что они толстоватые, ну, как вот по мне, да. А для бэка, в общем-то, идеальный вариант, я посчитала, ну, вот так вот, кому-то не подошло. Ну, дело такое, скажем, вот был такой отзыв. И я еще хочу вам показать, насколько оригинал, да, тот, что заявлен в журнале, схож с тем, что девочки вышили. Дело в том, что сама схема давалась в анкоре, и этот анкор я переводила в DMC. Конечно, я вот смотрю, что цвета идеально не сошлись, но, тем не менее, меня все устраивает. Вот, например, вот этот мишка, да, тут синий практически сливается, вот этих два синих, а здесь, посмотрите, они немножко, ну, как бы они один светлее, другой темнее. А здесь просто как бы оттенки немножко отличаются, но смотрится совершенно по-другому. Ой, я не того мишку смотрю, но без разницы, вот он. Тут же синий свитер. Ну вот, такая вот ситуация. Да, шарик не вышивала участница, потому что я специально его убрала, потому что он был бы очень длинный и по размеру не подошел бы к этому кусочку льна. Вот, а так в целом, вот посмотрите, ну, в принципе, наверное, идеально, можно сказать, все. Вот только синий у меня получился такой другой, другие оттенки синего. А так вот нормально, сходятся неплохо, вот, цвета, вот этот мишка. Такие веселые зверята. И это сюжет от
Bossy Threads. Очень красивые, хорошо разработанные дизайн. Ну и сейчас мне остается вышить только вот этого центрального медведя с медвежонком, и я приступлю к пошиву детского одеяла. Ну и теперь о подарках. Вот такие подарки я получила, вы видите сейчас на экране. Это я не буду уже говорить, что от кого, потому что, ну, в принципе, как бы, наверное, это уже не имеет значения. Я просто покажу, в общем, картину того, что я получила. Это лен от Rico Design, 46 на 46 сантиметров, 28 каунта, очень хороший каунт, я считаю, не маленький, не большой. Дальше вот такой вот магнитик. Косметичка. Маленькие пяльца. Пяльца, кстати, очень удобные тем, что у них внутри есть такая вот ложбинка. Видите? Которая, наверное, не будет давать выскакивать кольцам, да? Как бы так. Целая куча всяких красивых ниточек, посмотрите-ка. Ниточки DMC, ниточки Color Variation DMC. Вот, кстати, тоже Color Variation, только Encore. Такой красивый оттенок, да? Оттенки розовый, сиреневый, фиолетовый. Металлик DMC и две ниточки. Не знаю, два мотка Moulinet DMC Melange. И вот посмотрите, такой еще есть металлик от фирмы Guterman фиолетового цвета. Такого у меня еще не было. Так. Вот такой органайзер деревянный. Очень эстетичный, красивый. Я собираю разные деревянные органайзеры, вообще всякие интересные органайзеры. Это будет частью моей коллекции, я думаю. Так, дальше. Вот такой вот кусочек льняной ленты. Достаточно большой. Ну, не знаю, метр, наверное. Да, наверное, это метр. Но я так подозреваю, что это 30-й каунт. С такими краешками обработанными. Можно будет где-то использовать в прикладной вышивке. Такой приятный цвет. Не выбеленный. Вот такие украшения, бубенчики. Разноцветные. Конечно же, открытки. Это открытки из городов девочек, участниц. И органайзер Дубко. Очень удобный, очень хороший органайзер Дубко. Вот. Вот такая получилась игра. Интересная, динамичная. И, конечно, я осталась довольна результатами, которые я получила. Я, честно говоря, не ожидала, что эти мишки будут такие классные. Почему-то я думала, что они будут мельче, но они крупнее, и в этом даже плюс. Что я еще хочу сказать, то что, ну, я еще сделала один вывод, то что лучше всего Робин организовывать с какой-то прикладной вышивкой, а не с каким-то сюжетом, который потом вы повесите на стену. Ну, мне так кажется, потому что все равно у каждой вышивальщицы свой стиль вышивания, и если это будет какой-то один сюжет обобщенный, да, для того, чтобы повесить в качестве картины его потом, то, мне кажется, будет смотреться не очень гармонично. А здесь, как бы, при вышивке прикладной, это здорово. Тем более, что каждая участница пишет свое имя, свой город. Ну, в зависимости от того, как вы поставите условия. И, конечно, это память
Вот. А что может быть лучше, если память это будет именно в какой-то прикладной вышивке, в чем-то, что вы, чем вы будете пользоваться каждый день, будь то подушка, будь то, я не знаю, какая-то коробочка или еще что-то, да, что будет вам ежедневно приносить радость, глядя на нее. Вот. Ну, на этом все. После того, как я вот вам показала сейчас результаты своего Робина, пойдут ролики о том, о вышитых Робинах девочек, участниц, с моими результатами отшитыми, и кое-где будут результаты отшива девочек, участниц. Ну и, наконец-таки, видео об отшивах тех Робинов, которые ко мне приходили. Первый Робин, который ко мне пришел от Елены, это был дизайн фирмы Сода с совушками. Назывался что-то, по-моему, вроде «Счастливого Рождества». Я сейчас ставлю картинку. Одну из этих сов нужно было отшить. Это была сова на выбор. Я выбрала вот такую совушку, которая, наверное, которую можно так назвать совушка-елочка. Вот мой отшив. И, как видите, внизу я написала имя. Не написала, а вышила имя. Имя вышивается бэкстичем. И Елена приложила алфавит, латинский алфавит, для того, чтобы каждый отшил этим алфавитом птичку. Боже мой, имя и город. Вот, собственно, я и вот так вот сделала. Единственное, что Лена не написала, какой цвет, каким цветом отшивать. Ну, мы с ней списались, и она сказала, что любым цветом, который понравится. Вот мне понравился фиолетовый, я сделала фиолетовым. Сама совушка очень яркая, очень приятная. Было очень легко ее вышивать. Хотя, в принципе, конечно, были такие моменты, там, допустим, ну, там, по три крестика отжимать по одному. Но все равно, дело в том, что сам дизайн небольшой, поэтому это не составляло никакого труда. И крупный каунт, это Линда 27, я так понимаю. В общем, все здорово. Мне все понравилось и совсем немного бэка. Я, наверное, покажу вам изнанку. Хотя хвастаться нечем. Я не вышиваю идеальной изнанкой. Я могу вышивать идеальной изнанкой, но это будет очень медленно, и, в общем-то, для меня это будет небольшой стресс. Но я могу сказать, что вот эта изнанка, которую я сейчас вам покажу, это я старалась. Потому что если бы я вышивала для себя, то она была бы хуже. Потому что я часто вышиваю гобеленовым швом, когда шью крестики. И, ну, как бы натяжка стежков верхних, там, нижних крестиков получается лучше, поэтому я шью иногда гобеленовым стежком. Вот такая вот получается у меня здесь, в данном случае, в этом робине, изнанка. Гобеленового стежка здесь я не делала, поэтому она более-менее прозрачная, как вы видите, да? Вот, но можете меня ругать. Ну, вот так. Вот такая изнанка, к сожалению, я... Да, я не отличаюсь аккуратной изнанкой, но, в общем, вот. Ну, я старалась, тем не менее, я старалась. Ладно. И сейчас я уже, конечно, складываю все это дело. Я рассказывала вам про эту работу в первом видео о Робине. А, кстати, ушло на отшив всего лишь 4 дня. Ну, надо сказать, что у меня сейчас много достаточно свободного времени. И поэтому я так быстро отшила. И как-то я не отвлекалась на другие процессы, поскольку два текущих процесса у меня закончены. Я от них немножко отдыхала, вот пошиваю эту сову. Так, все. Ну, и я Елене посылаю такой небольшой подарок. То есть мы договорились, что каждая участница высылает для хозяйки какой-нибудь небольшой подарочек. Ну, там у меня открытка. Магнитик, все с моим городом, две деревянные пуговки, бисер Mill Hill, три штучки мулине одного цвета, ну,
нет, не одного цвета, а, ну, скажем так, одной цветовой гаммы, только разных оттенков. Я не знаю, как это правильно сказать. Мулине Венус. Я написала перевод также Венус в DMC. Вообще очень похоже на DMC нитки. И вот такой вот небольшой отрез льна оверлоченного. По-моему, 20 на 15, что ли он. Или 20 на 10. Нет. 20 на 15, по-моему, этот размерчик льна. Вот такой маленький подарочек приятный. Мы как бы договорились, чтобы они не были слишком тяжелыми, потому что, конечно, все эти посылочки будут идти, ой, по всей Германии. И под конец они будут достаточно много весить, потому что каждый положит по небольшому подарку, поэтому подарки должны быть не тяжелые. Ну все, это был мой первый отшив. Следующий отшив вы увидите буквально через секунду. Сегодня я хочу сделать видео о новом Робине, который ко мне пришел, следующий Робин, да. И, конечно же, покажу, что же там было. Этот Робин от Татьяны Гнибиды. Ее канал вы наверняка знаете. Танюша Груша называется канал, я ссылочку оставлю. Это подарочек от первой участницы, которая вышивала первый сюжетик для Татьяны. Открыточка и вот такой вот наборчик, я так понимаю, елочных украшений, в общем, трудно мне определить. Но там такие пластиковые, смотрю, снежинки. Их нужно как-то там клеить, что-то делать, и получается подвески на елку. Вот такой вот набор Елена подарила Татьяне. И вот открыточка с городом. С городом, который называется Пфорцхайм. Это тот город, где живет Елена. Вот здесь слева это вышивала девушка, которая вышивает передо мной, да, Лена, наша участница Робина. И вот это вышивала я. У нас с ней Робины, сюжеты отличаются. Ну, как бы, даже не, ну, сюжеты понятно, они вышиты просто в одном стиле, да, но разные всякие цветочки. Но даже сама вышивка отличается, потому что у Лены бэк выполнен толстой ниточкой типа ириса, а у меня двойная ниточка мулине. Ой. И даже, по-моему, сам белый цвет. Сейчас попробуем. Сам белый цвет на вышивке, он немножечко какой-то различный. Я говорила, я вышивала китайскими нитками, а Лена вышивала DMC. Вот. И у нее более такие ровные крестики. Ну, я, конечно, думаю, что, может, это и моя техника вышивки неправильная, но мне кажется, что китайские нитки, они очень сильно скручиваются и пушатся. Они не так хорошо ложатся, конечно, как ХБшные. Вот здесь я начинала вышивать ниточками анкор, но решила потом продолжить китайскими. Вот. Решила попробовать. Ну вот, вот такой вот получается сюжетик. То, что отшила я. Здесь вот я написала свое имя. Елена написала здесь свое. Видите, как у нее рельефно получился бэк за счет того, что ниточка для вязания. Но у меня не получилось вышить этой ниточкой, потому что у меня вот здесь очень много бэка, очень много лучиков здесь с центра цветочков. И когда вышиваешь бэк толстой ниточкой, вот этой для вязания, оно все сливается, получается какой-то дикий ком. Очень много здесь бэка из одной дырочки выходит, да. В общем, ну вот в этом случае, в данном, это было невозможно. Поэтому я вышивала двойным мулине. Ну вот у Елены вышло, конечно, неплохо, я считаю. Вот так. Это готовая работа моя и Елены для Робина Татьяны Гнибиды. Ну и сейчас хочу показать подарочек, который я отправлю Тане вместе с этим Робином. Вот такой вот пакетик. Сейчас. И внутри лежат ниточки синих оттенков фирмы Венус. На заднем плане открытка с моим городом. Тут вот бисер Милхил. Две вот такие деревянные штучки.
типа пуговки, которые можно превратить в магниты, и рулончик льна. Ну и здесь пакетик такой бумажный, в котором лежат украшения для Таниного дневника. Таня ведет дневник, и там ей иногда нужны такие скраповые украшения. Ну, вот я положила, может, ей пригодятся. Теперь я хочу показать результат работы над Робином Инны. Как вы помните, это был набор от Bossy Threads. Такой веселенький набор с домиками. Я уже все сложила для отправки, но все ждала возможности, когда же я смогу снять наконец видео. Вот у меня появилось время. Так, что-то я не поняла. Ага. Это я не упаковала. После меня постоянно канва отправляется следующая участница помятая. Я не знаю, как девочки вышивают, наверное, на руках, но я вышиваю на пяльцах. И у меня все это жутко мнется. Ну, в общем, простите, извините. Ну, вот так, не могу я на руках шить. Так, что-то я как-то не могу определить, как... Вот, как вы видите, так выглядят отшитые домики. Ой, так. Здесь даже видно, подписано все. Штутгарт — это Таня Гнибеда, ее канал Танюша Груша. Лена Бельфинген. Лена вышла два домика, и я. Так, дальше. Значит, очень красочные, конечно, вышивки. Вот вы сейчас можете посмотреть, ближе вам покажу. Это Танюша вышивала. Это моя вышивка. Вот этот домик мне очень понравился. Домик-чайник. Вообще под каждым домиком там было название, но хозяйка решила, что вместо названия этого домика должны стоять наши имена и наши города. Смотрите, какие красочные. Тоже вот домик-пряник. Вот. Такая разметочка. И получается, что еще одна участница должна вышить. Не знаю, сколько она захочет вышить. Один домик или два. И для хозяйки останутся, ну, как минимум, еще два сюжета. Очень мне понравилось вышивать Bossy Threads. Оказывается, это действительно очень симпатичные, очень приятные процессы. И бэк неожиданно для меня был очень приятный. Теперь я покажу вам подарки, которые девочки, а также я, дарим хозяйке этого Робина. Ну, мой подарок традиционно оформлен в таком виде. Сейчас. Опять же, открытка с моим городом. Лен, два Мулине, два Мелхила и вот такие вот две деревянные пуговки. Вторая где-то тоже есть сзади, по-моему, да, вон коричневенькая птичка. Почему два Мелхила и два Мулине чуть-чуть по-другому, чем предыдущие вышивальщицы отправляют? Потому что я подобрала эти цвета специально для одной из купленных Инной схем от Мирабилии. Она выставляла, ну, выставлена у нее в группе ее запасы. И там в этих запасах есть эта схема. И я именно под эту схему вот купила такие вот составляющие. Конечно, это не все. Ну, остальное сама докупит, понятно. Так, вторая участница подарила Лена открытку с городом и Дубко органайзер. И там же в пакете с органайзером вот такие бобиночки DMC. Ну вот, в принципе, как бы мы так и договорились, какой-то небольшой подарок для рукоделия, для вышивки и открыточку или какой-то сувенирчик из города. Ну и Таня
Таня отправляет. Ой, не той стороны. Такой подарок. Маленькие пяльца. Наборчик с шармиками. Блокнотик. Не буду уже открывать. Ну, в принципе, можно открыть. Он на магните. В общем, такой симпатичный. И вот такую 3D-открытку с городом Штутгартом. Там на открыточке даже что-то написано. Так, вот такие подарочки. Это был третий Робин, который я вышила. Сейчас я вышиваю Робин последней участницы. Он у меня еще в процессе, поэтому о готовой работе сниму чуть позже. И это последний Робин, который я вышивала в нашем раунд-робине немецком. Сюжет от Мадам Лафе называется «Страсть по розам», по-моему, да? «Passion des Roses». И вот такую часть мы с девочками вышили. Вышивали мы четвером для пятой нашей участницы Аллы. Вот этот вот сюжетик был первый, без листика, просто вот эта розочка. Дальше шел листик. Вот мы видим, кто вышивал. Здесь потом были вот эти лепесточки с розочками. И вот это то, что вышивала я, такая винтажная роза. Так, что я хочу сказать об этом сюжете. Мне он очень понравился. Мне понравились переходы цветов. Да, были одиночки. Да, он, может быть, не такой легкий, примитивный, допустим, как Пусси Трэдс, или там как Сода, или ну что-нибудь в таком духе, да. Это такой серьезный взрослый сюжет. Я могу сказать, это, назвать это так. Но он очень приятный, потому что ты видишь результат, видишь эти приятные такие вот нежные переходы и получаешь действительно большое удовольствие от созерцания такого, таких цветов. Единственное, здесь был такой недостаток, то что первая участница вышивала теми нитками, которые предоставила хозяйка Робина. И, как я говорила, Алла ошиблась с одной ниточкой. И вот, вот вы видите здесь оранжевое. Сейчас приближу. Оранжевые цвета. И вот эти точечки, они тоже оранжевые. Хотя должны быть другого цвета. Сейчас я вам покажу, какого цвета. Она на это не обратила внимания, думала, что, наверное, так и нужно. Ну, просто человек не знал. В общем, вот так получилось нехорошо. Конечно, если бы был нужный цвет, были бы прекрасные переходы, аккуратные. Но я думаю, что Алла, хозяйка Робина, уже просто сама перешьет. Она тоже ошиблась случайно. Это, конечно же, было сделано не специально. Вот, ну, и дальше вот Таня вышивала листики. У нее, слава богу, этого цвета не было, поэтому все прошло хорошо. И когда уже начала вышивать Лена вот эту часть, то она заменила вот такие вот лососевые оттенки вместо оранжевого, которые были вложены. То есть Лена заметила, она проверила, и она заменила своими ниточками, нужными именно по схеме. Ну, и я тоже вышивала своими ниточками. Вот они, вот эти лососевые оттенки. Ну, получилось неплохо. Сейчас я вам покажу ниточки. Вот эти ниточки положила Алла в свой робин. И вот эти ниточки должны были быть, по идее, по схеме. Вот, ну, разница видна, да? То есть это такой лосось оранжево-розовый. А здесь чисто оранжевый цвет. Вот такая вот получилась незадача, но ничего. Не так уж много мы и вышили. Получается, да, только у Инны вышелся такой вот вариант неправильный. Так, вот такая получилась работа. Алле еще вышивать очень даже много. Да, целый вот, целый квадрат. Ну, сюжет большой, конечно, если бы в робине участвовало хотя бы человек 6, уже можно было сказать, что половина этого сюжета было бы вышито. Вот.
Все, я уже приготовила все к отправке. Это мой последний уже Робин. После этого я получу свой готовый сюжетик. И смогу вам снять видео о том, как все получилось. Теперь я хочу показать подарки, которые девочки и я мы делаем для Аллы. Вот такой подарок я дарю, в принципе, как уже вы видели для других участниц. Вся та же самая. Все то же самое, только в других цветах. Ниточки Венус. Таких зеленых оттенков. Кстати, эти зеленые оттенки могут Алле пригодиться в отшиве последующем этого сюжета от Мадам Лафей, потому что они участвуют. Я смотрю в отшиве. То есть они прекрасно перевелись в DMC. Я написала перевод. Ну, бисер Милхил, кусочек льна. Открытка с моим городом. И вот такой маркер, текстовый делитель. Очень удобно, когда знаешь, что человеку нужно что-нибудь маленькое такое вот приложить к подарку, что-нибудь нужно. Но, к сожалению, в случае с Аллой я не знала, чтобы такое маленькое приложить, чтобы конкретно для нее было приятно. И поэтому положила маркер. Лично у меня маркеры летят просто очень быстро. Я постоянно их докупаю, потому что они высыхают. Вот. И поэтому я подумала, что такое приложение будет, в общем-то, не лишним. Так, дальше. Это Лена сделала подарок, да? Бобинки и вот такое вот дубко. Красивый, не красивый, скажем, а удобный органайзер, да? Вот такой пакетик. А в пакетике такой большой кусочек льна от Рика Дизайн, натурального цвета, очень здорово. 28 аккаунт, 18×18 размер. Очень классный подарок, я считаю. Вот такая коробочка железная, всякие мелочи можно хранить. Да, там внутри ничего нет, пустая. Очень симпатичная. Ну, понятно, открыточка с городом. И вот в уголке вы видите такой магнитик для игл. Такая вот приятная, приятный такой подарок. Танюша сказала, что отправит сама. Поэтому ее подарка здесь я не вижу. Вот и все, что я хотела рассказать о последнем процессе, который вышивала по Робину. Еще раз покажу вам, вот такой он получился. Я, конечно, вышивая свою часть этого Робина, поняла, что я тоже хочу что-нибудь вышить от Мадам Лафей. И думаю, что я, в принципе, закачала очень много схем уже давно этого производителя. Думаю, что надо что-то выбрать из них и вышить. Очень понравилось. Очень здорово смотрится. Особенно вот эта часть мне нравится. Такие мягкие переходы. Здорово. Ну вот и все. Ну, на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео было для кого-то информативным. Возможно, кто-то, кто еще боится участвовать в Робине или просто даже не знает, что это за игра, поняли после этой серии видео, что это такое и стоит ли играть. Я всем желаю удачи, вышивальных успехов, до свидания, до следующих видео.